Совсем скоро Евросоюз откроет границы для украинцев. Для путешествий будет нужен не только биометрический паспорт, но и определенная сумма наличными. В сети уже опубликовали карту денежных требований стран Европы для украинцев. Так, минимальная сумма, это для поездки в соседнюю Венгрию, составляет 3 евро 20 центов в день. А чтобы попасть в Испанию, надо иметь 71 евро в день. Во Франции, если есть подтверждение наличия жилья, 32,5 евро в день, если нет, 120. В Польше 300 злотых, это примерно 70 евро. В среднем же денежный минимум составляет от 30 до 50 евро на каждые сутки пребывания.